нахуй. Реально, вот супер, я больше всего ненавижу. Типа, знаешь, вот ты тащишь, блядь, ты тащишь катку нахуй. И какой-то дурак, блядь, начинает там бегать, типа. Нахуй, ты ничего не сделал в этой игре, блядь. Сука, ничего, блядь. Опа, опа, опа. Да нет! Да где хоть микропомощь? Трон, то все трон. Куда я, блядь? Нет, что, куда, блядь? Да выёбывался. Что такое UpX? Это кейсы, ставки на спорт, слоты, уникальные режимы. Добавим к этому ежедневные бонусы, и мы получим лучшее место в интернете. UpX – лучше, чем секс. Блядь, хорошая нашлась. Нафидонил пешкой. Зачем? Для чего? Не зрозуміло. Но нафидонил. Ща подойду, one moment, guys. Прошу ларки. Не, братан. У меня было 100 тысяч на творца. 200 тысяч урона. Я успел собрать и физический, и магический билд, но я все равно проебал. У меня ливнул джиггернаут в прошлой игре просто. Типа, я собрал и физ, и мат билд уже, у меня два билда было на арка, ну, я был 20 слотовый, но у меня не было керри в команде. У меня просто керри ливнул, типа. Неприкольно было. Сука, я сейчас буду реально. Ладно. Братан. Ванюша, поздравляю, ты две минуты продержался. А получай запишу, кстати. Сейчас. Ладно, отрегенись. Так, я удвоил эффективность мышек. А, мне бы сетку вообще взять, наверное. Ой, лучше минус. Сайленсеры очень больные, очень больные. Очень-очень больные, какой-то слишком больные. Я сейчас убью крипа, за это я... А, я не получил урон, окей. Я просто ненавижу, нахуй, реально, вот, сука, я больше всего ненавижу, типа, знаешь, вот, ты, сука, тащишь, блядь, ты тащишь каску, нахуй, и какой-то дурак, блядь, начинает там бегать, типа, блядь, нахуй, ты ничего не сделал в этой игре, блядь, сука, ничего, блядь. Это про тебя, братан? Это опять же вот классические нахуй. Ну я понял, что это поебано. Я понял, что... Так, отхилился. У нас Марс стоит на буте, курсы и бут. Вот иногда задумываются, вот как... Не особо. 2023 год. Неужели ебаных этих... А, у нас на миде Рубик против Шейкера. Что? У нас на миде Рубик против Шейкера. Если на... Блин, надо на раз сетку качать. Братан, возьми давай кьюшку, я сейчас сетку качаю на раз. Брат, поехали, поехали. А, тут Рубик. Ладно, я... А, всем удачи, я в Лиссандре, наверное. Мне страшно, пиздец. Страшная линия какая-то. Классические нахуй. Ну, я понял, что это проебано. Блядь! Да уби, блядь! Похуй, похуй! Оставь, Рапейс, оставь! Оставь!
А ты из книги прям читаешь, да? Он прям из книги своей читает на аппарате. В принципе, я думаю, еще не поздно радик собрать в теории. В теории тут радик неплохой. На аппаратике не знаю, но в теории неплохой. В таких случаях радик собирает на нагу. Мне кажется, когда нету неубиваемых героев. Вот у противников тройка сайленсер, у них пудж это четверка. То есть, если бы пудж был тройка, то нельзя было собирать бы вообще ни в каких случаях. Но так как пудж у них четверка, короче, у них типа героев много. У них медовый рубик, оффлайн сайленсер, по сути, единственный корота урсауса можно задамажить. Типа, просто если против тебя куча суперплотных героев, то ну так это может печально закончиться. А, наверное, все-таки в радик попробую выйти. Я в ахуе, конечно. Так, персонал только подпушил. Нихуя себе! А, сайленсер там неплохо себя чувствует. Вот сюда. Мразь ебаная, блять. А чё она совшала? Устал в нашем лице, у него ж нихуя нету. Я б тебе нахуй, блять, на лицо твою плюну бы, долбою, блять, а не песню тебе включил. Слышники ебаные, блять. Да. Ну просто, просто вопрос. А чё это такое? У меня 1000 хп пропало куда-то. Я просто прошел мимо сайленсера, минус 1000. Прикольно. Не прикольно. С радиком поприкольнее будет. Без радика не прикольно, с радиком очень прикольно. Надо поскорее. Нормально на сайленсер трахать, кстати. Я не думал, что он может, но... Сука, я сейчас буду реально орать, блядь. Я просто не хочу в это играть, блядь. Урса убьет? Урса убили, отлично. И, блядь, вы можете убрать нахуй эту парацию, блядь. Долбоёбы, блядь. Уволить нахуй всех, блядь. Кто, сука, там работает, блядь. Бездельники ебучие, блядь. Заебали нахуй, блядь. Чё открыл, ман? Здорово! Сука, блядь, тебе пофиксит это дерьмо ебаное, блядь. Придурки ебаные, два месяца, блядь, два месяца. Благодаря твоим стримам очень захотелось тянуться в это. Так, сейчас нужно начать буджификация. Секунду, брат. Фух, развел. Смотри, с чего лучше всего начинать? С того, чтобы смотреть на ютубе какие-то видосы рандомные на общие темы, связанные с программированием. После этого тебе станет в среднем интереснее. Тебе будет такое, знаешь. Ты просто будешь чуть больше узнавать инфы, знаешь, как, ну, прошаривать, прошаривать. Рекомендую именно с этого начинать. А вам впадло в урсу дать спел? Ну ладно. В чем прикол Радика? На Нади вообще можешь коротко про билды и таланты рассказать? Ну, коротко, билд, который я беру почти всегда, это... Не, слушай, мне так коротко сложно рассказать. Я, знаешь, я в последнее время занимаюсь тем, что пилю гайд на нагу, а он у меня скоро выйдет на ютубе. И я напишу об этом в телеге еще, так что давай лучше так, лучше порекламлю лишний раз. Засейвил.
Что? А чё у него монтан? Так, ну что, погнали? Погнали, парни. Ну надо. Так, поздравьте меня, ребята, я докачался до арты. Вы довольны? Интересно, могу не так сильно руинить в доте. Я пропустил донат, наверное, какой-то еще. Как играть на наги на лоу ММА? Очень просто, друг. Можно без монитора, наверное, даже. А просто фармишь слоты, пока тебя невозможно будет, ну, убить. Так, ладно, погнали, первый залп надо выдать. Ладно, уже второй. Ну-ну. А, это за моим рейнджем атаки, окей. Так, тут пока чисто. Собираешь слоты, пока тебя не смогут, ну, убить. То есть Тараску бабочку какую-то берешь и все. Или Радик бабочку. Ну-ну. Почти. Ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану! Блять, опять мимо. Ой, ой, ой. Да что ж такое, мне сегодня не везет с разбросом. Так, ладно, пойду на миди постреляю. О! Блять, я по домам хуярю. Сука, нельзя по домам хуярить. Это неправильно. Да ёбаный рот, это уже блядство, я ж попал. Блять, они за домами все спрятались. Скины дети. О, выходит, выходит на позицию. Я его вижу. Блять, да я опять по домам хуярю, я не хочу этого делать. Он без БКБ, он без БКБ, он без БКБ, он без БКБ, он без БКБ. Но он БКБ. Да дай ты что-то на шейкере, ну прикольное, пожалуйста. Да блять. Так, погнали, погнали. Я купил самому пушку, кстати. Не пробил. Так, поехали. Я сегодня играю на Panzerkrampfer Аузен. Номер 442. Я надеюсь, это пиздатый танк. Да, ну что, знаешь, он пиздатый. Так, все три лайна спушил. Блять, это тупейшая карта. Я просто на горочке постою здесь, наверное, почили пока. Что, я поехал?
меня видно? Откуда? А, меня арта просто пиздит. Ну, балдеж, блядь. Ладно, пойду сам арту пиздит. В ответочку. Ну шо? Ну шо, ну шо? Guten Morgen! Блять. Блять, ну ладно, это нечестно было. А мне нужна помощь, друг. Ладно. Да мне не везет просто. Да он меня еще банит. А может он убьет просто? А, у него Эгис еще. Рисаюсь в доте. Ебать, он долго думает. Пиздец. Фух, ладно, сейчас все прожать нормально. В доте. Опа-опа-опа. Да нет! Да где хоть микропомощь? Да я, блядь, нет, что, куда, блядь? Да уёбывался. Проёбано, согласен. Да какой баш? Мать за баш. Ебать. Мне нужна помощь. Не сильно много, но все-таки требуется. Фу, хорошо, что есть вторая игра, на случай, если я сдох. Шейкер, давай хослам я... О, ебать! Ебать, ты на шейкере тупо, Пава Пепа.
тут же летел. Так, я направо. Я короче, пацанам направо поеду, пожалуй. Им там охуенно. Ой, ДД. О, ДДшка. Я иду хоронить. Блять. О, мой противник сдался. Охуеть. Ох, ебать, вот это игра. А, стата, кстати. О, 1000 кп, нормально, нормально. Еще пати контент. Да какой, идите нахуй. Повреждение, блядь, жопы. Ну кто меня стреляет, где моя команда, блядь?